Я покажу, как легко и просто нарисовать глаза. Вот. Тут вот начнем вот такую вот как бы делать. Вот так вот. И вот так вот. Дальше что мы делаем дальше? Мы рисуем круглые. Это такой зрачок большой. В нем мы рисуем маленький. Вот такие два. И раскраш. И подрисовываем реснички. Тут их должно быть много. Вот так вот. И вот тут вот. Их должно быть мало. Ну, как бы тут просто мы мулюем. Вот так вот. Тоже вот так. И вот так. Теперь я возьму черный маркер. Я обвожу глазик наш. Вот таким образом. Тут я делаю реснички. И тут вот, только тут вот так вот. Вот. Дальше я возьму зеленый цвет. Цвет на ваше усмотрение. И вот так вот его закрашу. Вот, и последний штришочек нам остался. Это вот так вот. Оп. Ну, как бы, чтобы разделять. По-моему, для новичков это вот самый простой вариант сделать глаза. Вот. Вот такой и вот такой.